Покачах намечается генеральная уборка. В преддверии майских праздников на территории города пройдут массовые субботники. Эта акция уже стала традиционной. Ежегодно люди разных профессий общими усилиями наводят порядок на улицах, скверах и других зонах отдыха. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех жителей. 28-29 числа мы проводим общегородской субботник. Это касается и промзоны предприятий, и промышленных предприятий, и муниципальных, и государственных. Все выйдем после долгой зимы на наши газоны, на наши территории, почистить, убрать от мусора. Ну, в дальнейшем летом это будет проводиться регулярнее, как вы все знаете, это проводится у нас. Но вот самый первый субботник перед майскими предлагаю всем выйти, да, и принять участие, присоединиться ко всем структурам. При этом участники субботника не ограничиваются просто уборкой мусора. Они стараются облагородить город. Так в прошлом году представители Всероссийской партии «Единая Россия» повесили на деревья скворечники. Домики для птиц были изготовлены руками покачевских школьников.